Служба безопасности Украины провела обыски у членов группировки, которая, предположительно, готовила покушение на главу украинского МВД Арсена Авакова, сообщается на сайте СБУ в субботу. В пятницу СБУ сообщила, что она совместно с главной военной прокуратурой предотвратила убийство министра внутренних дел страны и ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове. У злоумышленников изъят большой арсенал оружия, 4 мины МОН-50, 67 гранат, 4 гранатомета РПГ-22, 3 автомата Калашникова, винтовка Мосина, дробовик Мосберг, более 2 килограммов тротила в шашках, 18 электродетонаторов, приборы ночного видения, оптические прицелы, бинокли, дальномер, более 5000 патронов различных калибров, холодное оружие, глушители и магазины к автоматам, говорится в сообщении. По информации украинского ведомства, также во время обыска было обнаружено 2,5 тысячи евро, 370 швейцарских франков и 2 ампулы наркотика.